Всем привет, дорогие мои, с вами Комнова Аня и проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мы с вами посмотрим мой очередной заказик. Все только нужное, важное, есть очень много акций и скидок. Ну что ж, начнем. Итак, в первую очередь, конечно же, омега-3 Форте. Я заказала ее побольше, но показываю несколько штучек, потому что заказала не себе и плюс ко всему буду отправлять папе. Ну, что такое омега-3 Форте? Это сосуды, молодость сосудов, это волосы, это ногти, это нейронные связи в мозгу, да, и так далее, и так далее. То есть такие вот идут 60 капсул. Омегу-3 Форте лучше всего принимать после еды. Да, пока руки чистые, пока взяла первую баночку в руки, поковыряюсь. Да. Артикул 157-79 и именно омега-3. У нас еще есть омега-3-69, но именно омега-3 Форте, она более полезнее и лучше для нас с вами. Далее у меня заказали вот такой вот фитобальзамчик для носа. Это заказала девушка Маша, артикул 28-27. Он реально очень хорошо помогает от насморка. Можно смазывать не только пазухи носа, но и в самом носу. Можно смазывать грудь, спину. Мы мазали и грудь, и спину, и детям, и так далее. Очень хорошо помогает. У меня его уже начали заказывать потихонечку, хотя это недавняя новиночка. 28-27 артикул. Шикарно. Далее у нас с вами идут такие вот мини-патчи для проблемной кожи. Очень давно их не заказывала, но иногда проблемки у меня возникают. И я с ними борюсь с помощью вот таких вот патчиков. Артикул 910-103. Давайте же будем открывать. Так. Красота. Неописуемые эти патчи. Знаете почему? Потому что каждый патч оперативно устраняет покраснение и высыпание, восстанавливает кожу, помогает бороться с несовершенствами кожи. То есть это все, что там есть. Такая вот маленькая штучка. Вот прыщик вскочил, и вы наклеиваете. Он практически незаметен, он как бы в глаза не кидается, как бы, но с другой стороны, конечно, видноват. Он также предотвращает попадание бактерий воды, незаметен на коже и удобен в применении. Можно использовать днем под макияж и оставлять на ночь. То есть как вам удобно. Но скажу честно, под макияж его, конечно, видновато, да, то есть он все равно будет отличаться, и тональный крем, там еще что-то, на нем так лежать не будет, как лежит на обычной коже. Все равно есть какие-то, да, вот изменения, ну, как бы отличия. Под большие прыщики, под меньше какие-то прыщики. Очень удобно. Заказываю их время от времени. Мне их надолго хватает, так как у меня уже возраст и прыщиков мало, то я их редко использую, в основном перед критическими днями. Но те, у кого подростки, обязательно приглядитесь, штука классная. Дальше. Вот такие вот влажные салфетки. Быстрое очищение для гладкой кожи. Ну, во-первых, они обычные. Они маленькие, удобненькие. Их можно взять с собой в сумочку. Видите, как легко открываются. В упаковочке 15 штучек. Они идут чисто для кожаных изделий. Что им можно протирать? Курточку кожаную, ботиночки там весной, осенью. Также можно ими протирать сумочку, там где-то пыль, где-то что-то. Очень хорошая моющая эмульсия. И, кстати, такой более-менее приятный аромат. Артикул 114-34. С собой в дорогу брать, ну, знаете, в заглядение. Просто заглядение. Дальше у нас идет такой вот чек на 14 тысяч. Тут как раз омега на... вот, видите, 21 штучка омеги. Далее мы с вами обсудим средства для очищения ванной комнаты. Вы знаете, у меня есть привычка. Я все заказываю по 10 штучек всегда, как минимум. А вот тут почему-то одна. Знаете почему? Потому что я забыла перебрать количество в корзине. Ну, ничего страшного. Я еще закажу. Чем оно мне нравится? Во-первых, у него морская свежесть. Он такой более-менее приятный. У него тоже аромат. Хотя я все вот эти вот чистящие, моющие средства не особо люблю. Хорошие ароматы, даже если они там будут. Во-вторых, 500 мл. Артикул 302-21, и он идет с эффектом белизны. Я его просто сюда надеваю спрей на это средство, да, и спреем обрабатываю всю ванную, всю столешницу могу обработать раковину ванной. И минут через 15 прихожу и просто душем смываю. Очень редко приходится что-то скрести, там, оттирать, потому что это средство отмывает все. Для меня это удобно. Это косметика, ну, можно так сказать, немножко для ленивых людей, для таких, как я. Далее у нас с вами идет огромная упаковка шампуня для светлых волос. У нас есть для темных волос, а вот это для светлых. Мне, как блондинке, он очень сильно подходит. Идет с артикулом 2702. Просто наиотличнейшая. Освежает голову, если ее нужно освежить. То есть вот он сейчас начнет белеть. Вообще-то может и не начать, конечно, белеть. Я имею в виду, что на волосах он белеет, а шампунь для темных, он наоборот темнеет на волосах. И получается здорово. И вот как раз я его часто наношу после мытья головы для объема, чтобы объем держался. Или когда уже, например, нанесла крем на лицо и нечаянно задела волосы. Тоже отлично, одну прядку он просто нейтрализует. Ну, не перемывать же голову из-за такой глупости, согласны? Ну и вообще в дорогу. Я его всегда с собой беру часто в дорогу. Например, в поезде с утра мне
уже идти на какое-либо совещание, и я прям с корабля на бал. И, конечно же, мне очень хочется свежую голову, чистую голову. Даже если я ее на ночь помыла, все равно у меня есть желание воспользоваться шампунем. Очень сильно помогает, очень прям его хвалю. Он крутой. У него есть один недостаток, для кого-то это может быть плюс, вот, но я, так как люблю очень сильно пользоваться парфюмерной водой, он сильно пахнет и долго. Но аромат приятный, но очень яркий от него исходит. Смотрите, сколько я его заказала. Вот эта вот упаковка, спайка, да, это все он. Когда бывает по акции, я вот такими объемами беру, и мне очень удобно. То есть 2, 4, 6, 8, 10 штучек я взяла, теперь мне опять хватит надолго, больше, наверное, чем на полгода. Далее была акция, и, конечно же, я взяла универсальный крем с аргинином, который очень сильно люблю. Ну, я вам рассказывала, как я им пользуюсь. Он и от синяков помогает, и от всего. А после того, как у нас появился крем Signum One, вот тот самый, да, дорогущий крем, я его, например, могу перемешать с аргинином и таким образом наносить на синячки, на растяжки. Также он восстанавливает и улучшает защитную реакцию кожи, что тоже очень здорово. Он такой белесый и мятный. Если там, тьфу-тьфу, не дай бог, малыш стукнулся, то его можно быстренько нанести, и синячок даже может и не появиться. Такой вот, видите, не супер густой крем. Можно также его наносить, кстати, на раны. Если есть рана, у меня как раз такой прикольный пример сейчас. Артикул 1279, даже не знаю, где я поцарапалась. Вот как раз-таки и нанесу. Ну, конечно, так много я нанесла только для того, чтобы показать вам, какой он есть. На самом деле, столько много наносить его не нужно. Он хорошо впитывается и охлаждает кожу. Вот, например, если был какой-то удар, он кожу охладит, и очень-очень приятно после него такое ощущение, как будто ты вообще не ударялся, что ли, как-то вот так, да? Далее, очень хорошая штука, коэнзим Q10. Как мы с вами знаем, это срок жизни клетки. От именно коэнзима Q10 в организме зависит, насколько долго наша клеточка живет. Чем она дольше живет, тем живем мы дольше сами. Вот это обязательно нужно знать. Поэтому я его пью на постоянной основе. Он у меня заканчивается, я его снова заказываю. Перерыв у меня, ну, не больше недели получается, после того, как баночка закончится. Артикул 158-37. Тут его сколько-то не было на складе, и поэтому я его долго не пила, не заказывала, поэтому я прям 3 банки подряд сразу пропила. Мне это нужно, мне это важно для здоровья. И папе я такой заказываю коэнзим, и мамульке, и свекру, и свекрови. Всех снабжаю, так можно выразиться. Дальше, такой вот бальзам, растирка с пчелиным ядом. По 2 штучки я, по-моему, все заказала. А нет, смотрите-ка, с пчелиным ядом я взяла поболее. А вот это, кстати, еще крем с аргинином, он не мне. С пчелиным ядом тоже один не мне. Тоже у меня одна девушка заказала. А 2 мне. Очень хорошо проходят ноги, колени, спину где-то тянет, можно помазать. Если перемешаете Signum One, то прям намного лучше эффект бывает. У меня папа только этим справляется. Артикул 1280. Так, про этот крем мы с вами поговорили. Еще есть такая вот красота, фитобальзам с живицей для тела. С артикулом 2828. Тоже очень классная штука. И вообще, кладись себе. Он является универсальным средством, видите, закрытый, да? Он является универсальным средством, питает, смягчает кожу, в том числе сухую, шелушащуюся. Также он омолаживает. Он ускоряет заживление ран, снимает воспаление, мощно питает кожу, смягчает ее на сухих участках и убирает шелушение. Также восстанавливает кожу и повышает ее упругость. Ну и, конечно, живица оказывает антимикробные, противовоспалительные действия, улучшает общее состояние кожи. То есть это что-то типа такой, знаете, домашней аптечки, что ли. И еще в составе идет кедровое масло, которое способствует полноценному питанию кожи, смягчает ее, особенно эффективно при шелушении и огрубении. Вот такая вот классная штучка. Так как была акция, я еще один вот такой вот кремушек взяла. Так, а это у нас что? А, это с сабельником. Сабельником позже расскажу. Крем-бальзам с Мумио. Еще такой вот взяла один, потому что у него не очень такой, знаете, приятный аромат, но все же он стимулирует заживление поврежденной кожи. Он обладает омолаживающими свойствами, вызывает тонус и упругость кожи. Он устраняет воспаление, успокаивает кожу при раздражениях, борется очень эффективно с растяжками. Очень часто девчонки в чате продуктовом у нас спрашивают, чем убрать растяжки там после родов и так далее. Вот как раз этот крем Мумио. В составе идет алтайский Мумио. Это уникальный компонент, который оказывает комплексное оздоравливающее действие на кожу, обладает восстанавливающим и противовоспалительными свойствами. То есть его можно и на прыщики накладывать. Экстракт календулы, который идеально подходит для лечения синяков, воспаления, а также для заживления ран. Витамин F повышает регенеративную функцию эпидермиса. И эфирное масло пихтовой хвои устраняет воспаление, очищает и успокаивает кожу. Вот такая вот красота.
Дальше такой вот классный крем. У него, конечно, очень яркий аромат. Я его, если наношу на ночь, ложусь спать, ночью переворачиваюсь, из-под одеяла вот этот вот запах от него идет. Очень резкий запах, он такой же светленький, хорошенький, его также удобно наносить, но запах у него просто трэш. Но он безумно, безумно, еще раз повторюсь, хорошо помогает. Артикул 1282. Вот это, наверное, самое лучшее средство от боли, например, в спине. Он способствует ее уменьшению, ну, если, конечно, травмы никакой не было, да, он немножечко разогревает. Получается, это как будто бы соцсредство для нашей домашней аптечки. Также он рекомендован при повышенных нагрузках и работе в наклон. Тут идут экстракты сабельника, шалфея, эфирное масло чайного дерева. И все они оказывают местное разогревающее действие на кожу. Очень хороший крем, реально хорошо проходит. В экстренных случаях я к нему обращаюсь. Но реально только в экстренных. У него очень яркий, бьющий в нос аромат. Но вот тот кайф, когда вы с утра просыпаетесь, а спины просто нет, и вы ее не чувствуете. Это шикарное чувство. А это подарок за рубль. Меня компания Faberlic, лично меня, та, которая делает заказы от 500 баллов в каталог, решила покрасить в желтый цвет и подарить мне крем. Двухнедельный каталог, представляете? Вот я, покрашенная в желтый цвет, забрала новинку. Вот такую вот новинку забрала. Это очень шикарный крем для рук с очень ярким вкусным ароматом с артикулом 3385. Недавно на него делал обзор. Он реально хорошо питает и очень ярко и вкусно пахнет. Запах просто невообразимый такой, знаете, какие-то цветы, фрезия, что-то такое свежее. Очень приятно впитывается хорошо, не липнет. Очень классно. Я себе недавно такой купила. И вот второй мне сразу же пришел подарок. Я прям рада. Ну и пусть у нас будет такой подарок, пусть меня покрасили в желтый цвет в распечатках. Это для тех, кто, конечно, бизнес понимает, а так, ну, реально прикольно. Дальше я увидела акцию с зубными пастами и, конечно же, все их по одной взяла. Начну с самой невкусной для меня. Это экстра свежесть. Я ее очень сильно не люблю, я ей никогда не пользуюсь, я ее терпеть ненавижу, честное слово. Но у меня ее очень любит моя старшая дочь. Она чистит зубы практически только ей. Вот это она еще любит зубы чистить. Они обе такие более-менее термоядерные. Ей нужна свежесть, ей нужен то ощущение, когда во рту чуть ли не жжет от мяты. А я терпеть ненавижу. Поэтому вот эти две зубные пасты у меня Катюшка чередует между собой. Первая зубная паста с экстра свежестью с артикулом 2926. Это еще и пролонгированное действие экстра свежести. Я и раз почистила зубы, я час кофе попить не могла, ребят. Ну надоело, ну кофе невкусный после этой зубной пасты. А потом он остыл, пришлось новый наливать. В общем, я эту пасту ругаю, дочка хвалит. Дальше с артикулом 2925 это уже лечебные травы получается. Она идет как кислородная, профилактическая и, конечно же, укрепляющее действие. Ну, для молодежи вот это вот, я так понимаю, самое то. Мне нет. Мне не понравилось. Слишком яркий аромат. А вот эти две пасты мои любимки. У них классный вкус, нежный, легкий, как говорится, и очень-очень приятный. У зубной пасты мягкое отбеливание идет комплекс здоровая белизна. То есть он зубы не повреждает, что мне нравится. Она идет с артикулом 2928 и она не термоядерная. Она приятненькая такая, легкая пасточка зубная. А вторая идет, самая моя любимая, вкусненькая, прям вкусненькая, живица кедра. Она тоже для всей семьи. Кедровый комплексный уход у нее получается. Артикул 2927. И, кстати, если все пасты светленькие, там с зеленцой, еще как-то, то это прямо темно-зеленая. Смотрите, какая. Темно-зеленая зубная паста. Я ее просто обожаю. Вот просто очень-очень люблю. Она у меня, кстати, закончилась. Я сейчас пользуюсь пастой Sensitive для чувствительных зубов. Но как-то уже хочется чего-то новенького. А то одно и то же практически месяц. Так, это еще одни мини-патчи. Я себе две пачечки заказала. Тут опять-таки Омега. Ну, мы с вами о ней уже поговорили. Ну и, конечно, куркумин. Куркумина я заказала целый пакет. Почему? Потому что, во-первых, он был по акции. Артикул 158.00. Во-вторых, куркумин Форте, неважно в каком человеке возрасте, помогает от всех видов воспалений. В костях, в кишечнике, не знаю, прыщики у ребенка. Его нужно пить за 40 минут до еды. Поэтому я заказала побольше. Если, например, моя Викуся начинает болеть, я чувствую, что она там кашлянула, тут кашлянула, я ей даю куркумин по одной, ей 10 лет, такая поправочка, да, я ей даю по одной штучке 3 раза в день за 40 минут до еды. Чтобы, если желудок голодный, то она действует намного-намного лучше. Вот этот вот куркумин Форте. Дальше кальций К2. Ну, сами понимаем, что обмен кальция в организме это очень хорошо, чтобы он усваивался. Еще плюс К2 тут идет в составе. Артикул 157-61. Да? Кальций это тоже наши волосы, ногти, зубы. Мы всегда кальций пьем после ужина. Сразу же после ужина его можно пить. Далее такой вот новый каталог. В этот раз я заказала 5 штучек. Для чего? Потому что мы пойдем на фотосессию и я хочу с таким каталогом классным пофоткаться. Это вообще супер. Ну и вообще, да, в следующем каталоге у нас появляются новые краски. Это просто супер. Новые краски появляются. Прям
такой широкий выбор. Новый шампунь под названием «Активный рост волос» серии «Эксперт». Вообще уважаю нашу линейку, уважаю и обожаю нашу линейку «Эксперт». Далее крем-спрей для волос 17 в одном. Тут идет и термозащита, и облегчение расчесывания, устранение ломкости. Будут новиночки. Ну, тут еще было много всяких новиночек, если честно. Ну, давайте посмотрим в конце. Такие вот зонтики у нас появляются, да? Такой интересный зонтик, такой маленький складной будет. А будет такой вот зонтик с котиками. Смотрите, какая красота. Вообще прикольно. Я очень рада. Дальше будут кроссовки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь разных оттенков. Конечно, если я себе и оставлю, то только светлые. А дочка, я уверена, что себе оставит красные. Вот она у меня такая. Она у меня дракон скорпион, а я весы. Я люблю все беленькое, аккуратненько. Дальше, что у нас еще будет? Опять кроссовки. Кстати, новый цвет кроссовок. А вот эти у меня, по-моему, все есть, но я их закажу, примерю, посмотрю, подойдут, не подойдут еще они мне. Тут уже мы с вами все видели. И вот у нас с вами еще такая вот новинка, биокапсулы для стирки с энзимами. Тоже будем вместе пробовать. Буду заказывать по VIP-новинкам за 2 недели до начала продаж. Буду очень рада линеечку Soyeon попробовать, потому что тут прям и мультиформулы, и особая технология. Ну что ж, посмотрим, как они будут стирать. Да, вот такая вот куча, 5 каталогов. Тяжеленные, зато будет что на фотосессию взять, если не забудем. У меня чек получился на 18 тысяч, тут, по-моему, 200 или 152 балла. То есть, вот такая вот, такой вот длиннющий чек, заказывала под Катюшкой. Дальше это кисточки. Мне пришло время менять кисти, я очень часто делаю обзоры, делаю макияж, у меня бывают гости и так далее. К сожалению, кисти поизносились, я их истирала. В последний раз кисти я меняла более 1,5 лет назад, ну вот, скорее всего, им пришел конец, потому что я им очень часто пользуюсь. Во-первых, я заказала вот такую кисть, это кисть для пудры, обожаю ее, очень хорошая кисточка, она еще распушится, она просто тут слежалась, но на самом деле это прям мой фаворит, очень хорошенькая. Если вы ее вот так сделаете, и ведь даже можно сделать тоны тени очень точечно, красиво. Я как визажист что только не выдумываю. Артикул этой красотки 910-135. Дальше взяла вот такую кисть для растушевки теней, но я ей как раз таки тени наношу. Мне нравятся большие кисти, потому что у меня мега тяжелое веко и... маленькой кисточкой мне надо закрашивать огромную область. Вот пока ты глаза поднял, вроде веки есть. Глаза опустил, вроде как тени пропали. Вот чтобы такого эффекта не было, я вот такой большой кисточкой пользуюсь и сразу наношу на полностью на все веко. Артикул 910-134. Мне нравится. Это очень-очень сильно экономит мое личное время. Люблю, очень люблю большие кисточки. Далее вот такая вот кисть. Она, наверное, больше всего изнашивается. Это кисть для тонального крема с артикулом 910-136. Знаете, эта кисточка, она... очень хорошо разносит тональный крем. Не полосит на лице. Она очень хорошо моется. Но вот где-то, может быть, после стирок 30, ну вот где-то 30-35 стирок, она все-таки изредка начинает лезть. И когда она лезет, то у нее такие, знаете, вот эти вот ворсинки торчат, и они потом на лице остаются. Поэтому я их время от времени меняю. Ну и, конечно, жалко, что они не подходят для стирки в посудомойке. Я одну запустила и потеряла ее. Зато провела эксперимент. Дальше, кисточка для бровей. Давным-давно пора поменять. С ней, конечно, вообще никогда ничего не случится. Но когда кисти, извините меня, 3 или 4 года, уже как-то хочется, ну, новенькую, просто новенькую. Износостойкая мега-кисть. Ну, потому что что с ней можно сделать, кроме того, как брови расчесать, согласны? Артикул 910-130. Вот еще малая кисть для теней. Тоже очень нравится то, что она такая вот раскосая, видите, таким как домичком, да, идет. И ей очень удобно. Ей можно и тенями стрелочку вывести, и, конечно же, можно нанести, растушевать, аккуратно где-то что-то в уголочек глаза нанести. То есть она, видите, такая, меньше пальчика даже, да, малюсечка. Так вот она плоская идет, а если повернуть, то широкая. Артикул 910-133. И где-то у меня была кисть для помады. Вот она. Тоже заказала себе одну штучку, потому что в прошлый раз брала 5 штук, они что-то как-то мне не кончаются, и не портятся, и стираются, и все у них хорошо. Такая вот малышечка для помадушки идет. Артикул 910-132. Ей очень удобно пользоваться, очень удобно брать с собой на фотосессию, понимаете? Вот вы накрасились, взяли аккуратненько назад, сделали, и все. И у вас всегда чисто в сумочке. И помада нанесена красиво, ровно и аккуратно. Вот это прямо супер-мега-класс. Очень нравится. Ну что ж, это мои кисти для работы и для красоты. Дальше я заказала профи-варежку одну штучку. Очень понравилось ей прибираться. Прямо мега-круто. Очень удобно, особенно такой варежкой мыть двери. Не поверите, очень удобно. Просто вот большую такую вот территорию, можно так сказать, сразу же захватываешь и все промываешь. Тем более она такая грубая.
новая. Вот смотрите, какие у нее тут ворсиночки идут, да, эти ворсиночки вперемешку с какими-то, может быть, даже, как даже сказать, какими-то лёстками, да, то есть еле-еле такими грубенькими, которые и поверхность не портят, и как бы все у них нормально. И, конечно же, эта профиварочка мне нравится тем, что она реально грубая, хорошо отмывает, но никогда ничего не портит. Ее надел на руку, и ты не устаешь, вообще практически не устаешь. То есть надел и моешь, чтобы она не спадывала с руки, когда там намокнет, еще что-то. Можно вот так, видите, тут есть прошито, можно пальчиками зажать. В общем, мне понравилось, прям одобряю, 5 с плюсом, заказываю уже третью штуку. Квартира у меня 7 комнат, когда начинаешь мыть кучу дверей, там же еще 2 туалета, 2 ванны, да, плюс 7 комнат, плюс кухня, сколько дверей, вот. Конечно, они износостойкие, но не до такой степени. Раз 5 помыл кучу дверей, и все, она может и закончиться. В общем, очень понравилось, рекомендую экономить время. Размер 21 на 23, так и называется профиварочка, артикул 910-487. В общем, очень хорошая штука. Дальше. Видели, наверное, у меня в сторисах в Телеграме. Кто еще не смотрит меня в сторисах в Телеграм, скорее всего, не видели. Я такой парфюм недавно отправила свекрови в подарок. У нее, ну, скоро 8 марта, у папы был 23 февраля. Ну, и сын просто по ним соскучился, поехал посмотреть, как они там живут. И, конечно же, что-то пыльная какая-то, да, пришла. Конечно же, я заказала в запасничке еще одну. Артикул 3003. Очень люблю проводить свои собственные мероприятия. И всегда на всех мероприятиях я выставляю парфюм. Безумно нравится выставлять именно парфюм, чтобы люди приходили, нюхали. И на моих мероприятиях не только слушали о бизнесе, но еще и знали продукты, знали, какой им аромат нравится и какой они аромат купят, когда приедут домой после мероприятия и сядут делать заказ. Поэтому вот это любимый аромат моей свекрови, она его очень любит. Валентин Юдашкин Голд с артикулом 3003, но, к сожалению, это не мой аромат абсолютно. Я его не люблю, я им не пользуюсь, он меня, если честно, даже немножко раздражает. Но мама от него так кайфует, и он на ней каким-то, понимаете, вот так я на себя его, когда нанесла, он меня раздражал. Но когда я его послушала на маме, то он раскрылся абсолютно другими красками, и очень было приятно рядом с ней посидеть и вот прям покайфовать вот этим ароматом. Представляете? Вот каждый аромат на коже, он раскрывается по-новому. Я, конечно, о нем мнение поменяла, но все равно пользоваться им не хочу. Только на маме буду слушать ароматы. Дальше. Спрей для очищения стекол и зеркал. Как вы видите, 3 штуки у меня тут в коробочке стоит. Он идет с антизапотевающим эффектом. Отличный, классный, добротный спрей. Артикул 30048. Вообще не люблю сравнивать экологически чистую продукцию с продукцией в магазине. Но у меня тут так получилось, что ну совсем закончился. И нам пришлось купить, потому что надо было. И я вам честно скажу, как магазинские спреи воняют. Это, божечки ты мой, у меня слезы, у меня сопли. Я вообще от этого всего отвыкла. Я чихала. Думаю, божечки ты мой, что мне сейчас это окно перемывать, что ли, теперь? Смывать вот это все. От такого у меня такого нет. И никогда не было. И я уже 9 лет в компании. И я ни разу за 9 лет, вот первый раз в жизни, да, можно так сказать, пока Faberlic, купила левое средство, да, не от Faberlic. И знаете, пожалела. Наше все-таки, оно щадящее, классное, биоразлагаемое, экологически чистое, не наносит вреда окружающей среде, так же, как и вся косметика для дома, что очень-очень приятно. Далее, гель очищающий для туалета. Он у меня в каждом обзоре, он меняет цвет, когда поработал и когда его уже можно смывать. С ароматом морской свежести, очень даже приятный. У него такой темно-зеленый оттенок, артикул 302-92. А этими средствами я пользуюсь, а как? Им можно обрабатывать и ручки дверей. Если кто-то заболел, просто орошать ими воздух. Но еще самое классное, у меня есть два друга, роботы-пылесоса. Одного зовут Гайка, другого Бобенька. Так вот, я их туда пополам с водой развожу и наливаю. И у меня вдобавок ко всему дезинфицируется еще и квартира. Обожаю просто. Артикул 301-36. Едем дальше. Вот такая красота. Это гель-концентрат для стирки детского белья. Очень его люблю. Почему? Потому что, к сожалению, в связи с диагнозом нашей дочки, она уплывает практически каждую ночь у нас. И нам приходится каждую ночь стирать простыни, одеяло и так далее. И, конечно, мы очень много у нас этого геля, концентрата уходит. Потому что каждый день стирать наволочку, да, одеяло, простыни под одеяльник, ну, конечно, раз колпачок, два колпачок и уходит. Я его заказываю всегда много, штук по 10. Очень нравится. Ребенок спит спокойно, не чешется, ничего. Да, в принципе, он из таких средств Faberlic тоже все нормально. У него артикул 305. 15. Средство 0+, то есть подходит для пеленочек новорожденных деточек. Да, обратите на него внимание, очень крутая штука. Дальше, вот такая вкуснятина. Это кондиционер-концентрат Нироли из Гибискус от Soyeon серии. Во-первых, он жидкий, очень приятный, вообще прям супер концентрат.
концентрат, но жидкий. Он очень хорошо проникает в ткань, прополаскивается потом из ткани здорово. Оставляет после себя просто безумную мягкость. Очень приятный аромат. Это один из моих теперь стал любимчиков, хотя это недавняя новиночка. Самый-самый классный. И вот после них, когда заходишь на балкон, как-то выходить не хочется. Очень приятный запах. Мне понравилось. Кто еще не пробовал, прям зацените. Артикул 30017. Дальше. Вот такое вот средство для туалета. Очищающий туалет, цитрусовый микс. Артикул 302.93. Если честно, в компании Faberlic все средства отлично отмывают. И мне без разницы, какой брать. Вот какую по акции я то и тыкаю. Вообще, как бы, в принципе, без разницы. Дальше. Концентрированный гель для стирки цветного белья. Он у меня закончился вообще. И я его заказала реально много в этот раз. Артикул 308.42. Просто отлично отстирывает. Суперски. Но на всякий случай мы все равно салфетки для цветного белья все равно кладем. Да? Какие салфетки я имею в виду? Вот эти вот. Это салфетки-ловушки для защиты одежды от окрашивания. Всегда кладем, даже иногда запускаешь белый пододеяльник, белую простынь, белое одеяло Викино, и все равно салфетки-ловушки бывают какие-нибудь темно-серые. Откуда он там чего находит, я так не поняла. Может, с водой связано, может, вода не очень-то чистая из-под крана бежала именно в этот момент или что, я не понимаю. Но с этими ловушками, конечно, белье такое прям, ну, знаете, намного свежее. И до этого мы их заказывали на Вальберис, а сейчас Faberlic. Вообще круто. Faberlic я как-то даже больше доверяю, мне кажется, они даже лучше работают. Артикул 308.44. Потому что на Вальберис, ну, там разные фирмы, компании заказывала. Вот понимаете, прикол в том, что иногда достаешь идеально белую салфетку обратно, да, вот из барабана. А эти вот всегда что-нибудь, да, словят. Недаром они ловушки. Вот эти ловушки работают лучше и круче. Так, это у меня, ага, это кондиционер. В общем, у меня тут очень много еще всего. Но мы с вами эту коробочку еще досмотрим. Так, очень классное средство. Концентрированный гель для стирки деликатных тканей. Именно деликатные ткани. Класс, им стирать все супер. Капроновые колготки можно постирать, бюстгальтер, кружевные трусики, курточки. Все самое нежное, и что вам хочется, там, не знаю, кашемировую рубашку, да, там, кофточку вернее. То есть все вот это вот, он просто идеально справляется. Артикул 308.40. Пиджаки мои, которые я шью всегда на заказ, я стираю только вот этим средством для деликатных тканей. Дальше такой вот концентрированный гель для стирки черного белья, который идет с обновляющей функцией черного. То есть черный еще чернее становится, то есть он не желтеет, он не выцветает. Купили черные джинсы и носите вы их черными, пока они до дыр не протрутся. А никогда они не выцветут, да, то есть очень приятно. 308.41. Дальше. Пятновыводитель кислородный тоже заказала больше 10 штук, по-моему. Белые цветные ткани. Но все же я больше, конечно, его сыплю при каждой стирке, нежели им что-то отдельно отмываю. Чем он мне нравится? Тем, что я могу, например, поставить миску, если она у меня сильно грязная, и просто вскипятить что-то в миске, и вот у меня все отходит. Или, например, вилки-ложки. У меня блестящие вилки-ложки. Они у меня классные. Они у меня суперские. Они у меня прям зеркальные вилочки-ложечки. Почему? Потому что вот этот пятновыводитель, он просто шикарно, наишикарнейше справляется со столовыми приборами, со всеми. А также я ими частенько могу почистить, замочить золото. Просто позамачиваю, потом щеточкой зубной старенькой потру, и прям шикарно тоже он отмывает золото. Тоже очень здорово. И камушки не мутнеют, ничего. А я только бриллианты ношу, поэтому, видите, я доверяю пятновыводителю. Артикул 30027. Ну и, конечно, при каждой стирке я его кладу в машину. Ну, если белье белое, то я, конечно, кладу отбеливатель. Так, его две штучки. И, конечно же, вот эта вот красота, куда же без нее, это парфюм для стирки в гранулах. Мой самый-самый любимый, это зеленый, конечно же, очень свежий, 308.46 артикул. И второй по любимости, как я смеюсь, это, кстати, у меня дочка так в детстве говорила, старше. Мама, второй по любимости вот этот. Ну, я говорю, хорошо. Вот, артикул 308.47 ягодный. Очень-очень приятный аромат. У меня еще много коробочек, но еще с мужем вам примерим одежду и так далее. У меня уже это все не влазит, к сожалению, в обзор. Обзор уже большой, более получаса. Поэтому, дорогие мои, с вами была Кононова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.